Так, ребят, по поводу зарядки, вот два разъема, один. Разъемчик. Вот так втыкаем. Колоночка. Как это все выглядит, вам показать процесс. Если говорить зеленое, значит автомобиль заряжается вообще. Там на панели тоже бегает. Так, значит, смотрите, сейчас хочу показать, как процесс зарядки вообще выглядит. Так, это не то, не то. Так, 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 вот это, по-моему. Да, в общем, смотрите, самое тут по процентам, вот у меня 31, я приехал, самое... По процентам тут даже вот стоит, видите, можно менять, вот можно 90% поставить. 90%, если с 30 до 90% будет 40 минут, пишет. Ну, а просит кондиционер выключить. Давайте выключим. Вернемся. Так что ж ты меня сюда выбрасываешь все время, а? В общем, вот сразу чуть-чуть уже 32%. У меня сейчас поставлю на 90. И ну минут 40, да, придется подождать. Там на станции тоже видно. Там отображается, сколько вы потратили, вернее, сколько процентов у вас, это видно также в приложении. То есть на каждой станции надо скачивать приложение, и тогда оно, в общем, ну как, то есть если вы постоянно на одной заправляетесь, то есть я это сейчас редко буду делать, потому что я сделаю дома. Здесь в центре, в торговом, это как бы, в принципе, это ну дороговато выходит, получается 20 рублей за киловатт. Ну, где-то там у вас в районе 1800 станет заправляться. Вот, тут, значит, можно менять. Я поставил, пусть будет там 80, в принципе, не хватает этого вполне. Пусть до 80, значит, будет заряжать вот 30 минут. То есть, потом скину, сколько у меня получилось по чекам. Так, смотрите, в принципе, сложного в зарядке ничего нету, не бойтесь вообще. То есть я сам переживал, как бы, как это будет выглядеть. Дома это понятно, там воткнуло все вот, и на этих станциях, там как-то все проще. Привязывать там приложение, то есть там на каждой заправке есть QR-код, вы его сканируете, появляется. То есть, ну, вы скачиваете приложение, регистрируетесь, привязываете карту. По окончанию приложения вы нажимаете на, то есть закончить, допустим, сессию, все ты закончил, с карты снялась та сумма, которую ты заправился. Можно также лимит поставить, там, допустим, там 500 рублей поставили, то есть он вам на 500 рублей зарядит. Почему здесь вот сделан производитель 80, как мне объяснили, значит, для того, чтобы самый, ну, чтобы по максималке не заряжать, так лучше для батареи. То есть если вы, допустим, там куда-то далеко собираетесь ехать и готов, то есть к поездке, все, то есть вы сейчас зарядок очень много, я посмотрел, там Краснодарский край, у нас даже в Ростове тут, в принципе, хватает, то тогда там ставите на 100, и автомобиль будет заряжаться 100%. Ну, лучше как бы сделать это, вот я вот 80, там, у меня 84 заряжаю, 85, когда как. Вот так вот. Надеюсь, вам было это полезно. Пишите, спрашивайте, что сам буду
по машине нового. Узнавать буду, естественно, с вами делиться. Покажу, как я начался заправлять, как это на станции выглядит. И покажу по окончанию, сколько у меня от 31% зарядится. Именно по деньгам, сколько будет. Пока приехал, еще один Volkswagen приехал на зарядку. Это ND 6, по-моему. Да. Там отсвечивает прям. Да, вот так лучше будет. Сейчас заряжусь, он станет. Вот как раз ND 6, как выглядит, и ND 4 рядом стоят. Немножко побольше. Ну, а так, в принципе, суть одна. Даже салоны одинаковые. Так, ребят, ну, в общем, смотрите, у меня получилось там 33 минуты. Я там скинул чек, сколько это стоило. Вот я его зарядил до 84%. Просто с человеком заговорился на электрокаре, тоже на Volkswagen. Хозяин пришел, там кое-какие вопросы спросил, как он эксплуатирует. То есть уже человек 2 месяца ездит, говорит, кайфово. Вот у меня на 378 километров получается. Да. Все. Можно теперь все включить. Ну, в принципе, можно и так. Оно все это просто выключил, чтобы он мне показывал. Видите, кондиционер включаешь, чуть-чуть уходит. Ну, это не критично. Она по трассе все равно свое возьмет, потому что она идет накатом и заряжается, в общем. Заряжается. Подзаряжается на трассе при торможении, когда накатом едет машина, как бы достаточно. И вот за все время я сейчас, получается, проехал 527 километров. Еще даже 1000 не накатал. Ладно, ребят. Кому полезно было, ставьте лайк. Буду пока в следующем постараюсь показать станцию, дома это будет выглядеть и сколько времени это будет заряжаться дома. Там еще. Ягуар подъехал. В общем, много, оказывается, у нас электромобилей. До новых встреч, в общем, ребят.